Всем добрый день. Сегодня понедельник, и достаточно такой спокойный рынок. Поэтому вот я включил стратегию Buy Trend и одну для ручного входа со стрельлинг-стопами. Причем, если пока что нам ничего не открывают, мы можем, в принципе, сами посмотреть, что здесь происходит, и добавить это дело в стратегии. Например, Orex не особо. RVBD, в принципе, да, будет откатывать, но, в принципе, я думаю, что она пойдет дальше. Поэтому мы ее включим по стратегии Buy Trend. Пускай она поскальпится немножко сама. X-Band давайте посмотрим. Тоже ли пута? Пускай поработает. Scale too tight. Ну, она еще далеко не сходила, поэтому не хочет она ее покупать. Слишком близко. Ну, остальное, в принципе, можно подождать. Вы видите, что заход, в принципе, стоит по биду, по RBD. Соответственно, пока мы этот бит не получим, никто никуда не заходит. То есть по маркету здесь входа сейчас нет у нас. Поэтому, собственно говоря, придется ожидать или следующего прорыва. Условия по, видите, да, 17.99, RVBT у нас стоит. Вход по бидам, сейчас вот он сработает, наверное. А ближайший был 18. Сработал наш бит, вот пошла расстановочка целей. И, собственно говоря, все это будет машинка тупо скальпить. Легко и не напрягаясь. Наша задача следить за ситуацией. Тоже не напрягаясь, потому что в самом худшем случае машина сама все выключит. Вот. Единственное, что возможно какие-то там технические неполадки, связанные с интернетом или еще с чем-то. То есть как бы, ну, надо посмотреть, да. Но так по большому счету это все равно не то же самое, что руками торговать. Мы установили, стратегия настроена, ордера установлены. Тейк-профиты стоят, стоп-лоссы по портфолио стоят, заход через бац, выход через бац, ребейты настроены. Ну, мечта. Как на мене, так это просто мечта. Просто посмотрим за рынком, можем включить Bloomberg параллельно, поприкалываться, посмотреть. По большому счету ничего больше делать не приходится. Полчаса прошло, 17.00 по Киеву, почти. Полчаса с открытия сессии, я даю обычно рынку расторговаться, кстати, расторговку, да. Сегодня мы видим по ИФам, в принципе, что у нас все нейтрально-плюсовое, да. По большому счету все хорошо. Еще один момент, что если будет изменится тренд или по акции, или по NASDAQ, например, в данном случае, так как мы торгуем NASDAQ на 30 минутах, стратегия сама все это остановит, выключит. Видите, да, идут вливания денежек в вот наши фонды. Видите, зеленым все так выделяется. Соответственно, будет рост рынка, ну, хоть какой-то период времени. Можем, конечно, здесь поработать руками с ETF-ами, но я, честно говоря, уже, мне уже облом просто. Что руками заходишь, нервы начинаются какие-то, а ты себе поставил. Когда будет следующий удар, так такой сильный рывок, да, здесь появятся акции, которые будут пробивать брейкаут наверх. Свои предыдущие уровни, ну, все, собственно говоря, должно тут автоматически работать. Установлено по стратегии открытие не больше трех тикеров одновременно. Вот, соответственно, счет на 4000 долларов. Здесь лимит потерь $300 в день стоит. Соответственно, я не могу тут 30 акций открыть, да, и следить за тем, как они там растягивают этот лимит маленький, да. Хотелось бы, чтобы сейчас у нас в ближайшее время открылся, появился еще какой-то брейкаут, чтобы вы посмотрели, как открывается, собственно говоря, автоматом позиция. Эту-то я руками добавил стратегию, да. Ну, пока все, в принципе, успокоилось, нет особого движения ни вверх, ни вниз, все стоит на месте. Понедельник, особых новостей нет. Рынки открылись, в принципе, хорошо, с завышением после премаркета. Давайте посмотрим, что у нас происходит здесь. По валютам тоже все великолепно. В принципе, параллельно можно торговать немножко по скальпить и фунты, и евро. Ну, то есть видим, что доллар как минимум не растет, да, соответственно, мы в правильном направлении индексы, соответственно, акции должны повышаться. Видим, сейчас идет по кьюшке, это QQQ у меня здесь выглядывает, да, так как я торгую акцией NASDAQ. Кьюшка идет уже, падает на минуте и на трехминутном таймфрейме.
Нас все устраивает вплоть до 5-15 минут минуса. На 30 минутах минуса позиции будут закрыты и с плюсом или с минусом открыты, так как тренд у нас как бы меняется. Машина сама закроет позиции и остановит стратегию, то есть остановит набор акций в стратегию. Значит, execution идет через сервера Таймуры, но передается, собственно говоря, на реальный счет во Fusion. Вот у меня так ордера выглядят во Fusion. На втором мониторе я, конечно, посмотрю, чтобы там не было никаких, там, грубо говоря, глюков чисто таких системных. Хотя все меньше и меньше хочется это делать, потому что, ну, нет необходимости, все уже настроено, все работает хорошо. 7 минут прошло, мы видим, не открыты пока никакие дополнительные позиции. Наш RVBD, который был открыт в лонг, всего лишь 100 shares, вот она тут ерзает. Пока нет просто движения, нет подтверждения движения наверх, нет подтверждения движения в обратную сторону, reverse, то, что называется, да, пока такое, что-то возилово. Ну, собственно, мы по сканеру акции видим, да, что акции замерли, то есть нет движения ни вниз, пробоя вниз, нет, нет движения, нет пробоев вверх. А можно ли включать одновременно стратегии buy trend и sell trend? Можно, но я этого не делаю. Почему? Ну, потому что получается такой, знаете, вечный кайф, когда как бы могут быть в период резкой смены тренда, да, могут оставаться акции, которые открывались по стратегии на buy, пересекаться с акциями, открывавшимися уже по новому направлению тренда. В общем, это уже хаос. Вот такую ситуацию я могу легко оставить, я могу просто тупо пойти на кухню, там что-то почитать, потому что ничего плохого мне тут не грозит, да. Даже если тренд сменится резко, да, я приду и увижу, что там закрыт небольшой минус или небольшой плюс по позициям, которые в этот момент машина тупо выключила. Вот, но нет каких-то таких больших опасностей, что там прям. Конечно же, надо понимать, что акции эти отбираются определенным образом. Это недорогие акции. Я работаю с акциями там NASDAQ, с акциями до 20 долларов, там от 4 до 20 долларов по стоимости, с не такими большими объемами проторговки в день. То есть как бы априори по этим акциям ничего сложного не происходит. Да? Идет вот так же у нас новостная лента, поток новостей. Просто чтобы быть в курсе, это если я рабочую зону трейдера Profit Money не включаю, да, допустим, если Bloomberg мне не интересен, я хочу просто, так сказать, посидеть, почитать в это время. Кстати, Bloomberg перегружает часто информацией, даже без звука. Там эти барышни постоянно что-то грузят. Смотрите на эти акции или смотрите на эти акции. Это все бредятина, конечно, для начинающих. Поэтому в последнее время даже Bloomberg включать не хочется. То есть какая-то новостная лента все-таки должна бежать для того, чтобы вы не попали в ситуацию. Там ядерного взрыва в Америке, да, а вы ничего не знаете. Здесь есть также режим включения и отключения звуков. Вот я на букву К нажал правой кнопкой мышки. Если будете слышать такие небольшие звуки, вот. Вот пошли у нас, пошла сработочка. Вирус появился, брейкаут на пробой, да. И пошли ордера на вирус. Сейчас покажу, как это интересно выглядит, когда VUS подтягивает ордера за бидом, подтягивает. News. Вот там, VUS. Она, VUS уходит вверх, и стратегия пытается подтянуть ордера. За ней не успевает еще. Арна то же самое. Ну, я думаю, на откате мы зацепим все Арну. Итак, мы открыли уже по Арне, да? Вирус мы пока ловим, вот ордера подтягиваются, смотрите сейчас сюда. Сейчас на откате бит сработает по вирус. Сработал бит по вирус, ну и собственно это все, вот три позиции набрано. И дальше я точно могу идти на кухню. Почему? Потому что все это будет сопровождаться в автоматическом режиме. Кстати, у нас интересная ситуация, невзирая на то, что все три акции пока в плюсе, мы видим, что идет снижение кьюшки уже на минуте, на 3 минутах и на 5 минутах. Даже если эти акции будут в плюсе, а кьюшка уйдет на минус 30, на минус на 30-минутном таймфрейме, да, стратегия закроет все позиции и выключит, собственно говоря, стратегию. Да? То есть все построено таким образом, что несмотря на то, что вы там в шоколаде, что у вас все в плюсе, да,
Несмотря на это, если общий тренд изменился или есть опасность, угроза того, что этот тренд изменился, все позиции принудительно закрываются, причем, по-моему, даже по маркету, и при этом еще у нас... Вот у нас сработал take profit по views, да? То есть мы получили первые $12 прибыли, вот они. Это не всегда, наверное, кажется правильным. Почему? Ну, потому что стратегия-то рассчитана на 300 или 400 даже shares, а мы закрыли первую же прибыль, да? И тут, но стратегия по этой акции тут же переустановилась, да? То есть, видите, бид опять запущен, вот вся цепочка ордеров запущена, да, и мы как бы преследуем эту акцию, мы ее как бы сопровождаем, видите, вот автоматически, так-так-так-так, поменялись ордера, News. Видите, оп, подтянулось за ним, мы ждем следующего отката вниз, не мы, а машина, да, ждет следующего отката вниз, все это цепляется, и мы, соответственно, тогда будем, то есть, правильно ли закрывать вот этот вот небольшой профит, и потом рисковать опять входить в ту же акцию. Ну, ребят, стратегия написана так, да? То есть, если я хочу там прям, если меня так, мне там прям крутить, я могу сделать вот так, оп, подтянул верхний ордер, да? И теперь мы вошли в позицию, по-моему, тоже даже по биду, сейчас посмотреть. Да, мы купили 100 Avivus по 12.97, через бац по биду даже получилось, и сейчас как бы уже стратегия работает, вот она появилась, вот она сопровождает уже эту позицию, сейчас будет откат, да, мы соберем еще кусочек, соответственно, опять же, эти вещи я могу тоже растягивать прямо на, невзирая на то, что работает стратегия, все предусмотрено, то есть, если я не хочу там компактно так набирать это все дело, да, я могу растянуть эти ордера, наблюдая за этой акцией. Вот сработал второй. Пошло мощное движение, 12.80. Интересно сейчас, как мы тут закроемся. То есть, заскочили они от уровня 13, да? Мы будем усредняться еще один раз на 300 shares, и потом просто выйдем из этой акции. Так, я не думаю, что она прямо упадет до 12.50 или ниже. То есть, как видите... То, что мы закрыли тогда плюс 12, да, и вон выставился там у нас take profit на 13.20, видите, наверху? Красненькие 200 на закрытие, на продажу. Очень интересная ситуация, как раз люблю за этим делом наблюдать. Закроет она или с прибылью или нет. А еще раз говорю, до тех пор, пока по акции на 30 минутах все окей, никто ничего не закрывает, она будет держать минус любой. То есть здесь уже вы смотрите сами, вам закрывать это дело, не закрывать это дело. Но все это настроено правильно, так не должно быть. Есть определенная волатильность по акции, конечно, я все понимаю. Но если это тренд, надо его, надо с ним работать, да? Да, вот наши 300. Ну, здесь на первом же откате нам нужно стараться, конечно, из этой позиции выйти. Можем выйти из нее, даже подтянув, собственно говоря, туда. Поближе руками наш лимитный ордер на закрытие позиции. Мы видим, что просто после мощного движения наверх, да, эта акция осталась сильно... откатывать. Здесь вышел, похоже, какой-то крупный продавец. Кстати, можем посмотреть, какие по ним были новости. Таргетинг 15.20, 15.30. Вот ей пророчат даже 15.20, 15.30. Видите? Вот у нас первый объем, который останавливает эту акцию на уровне 12.60. Пошли наверх. И сейчас мы попытаемся из нее выйти. Здесь поближе, чтобы не рисковать. Буквально с небольшой прибыли, но по 300 shares это нормально. Вот наш ордер, офер на продажу. Сейчас мы из него вышли, заработали еще прибыль, тут же расставили ордера. Опять же, если эта акция нам не нравится, мы можем это дело прекратить. И вот, например, мы можем unmanage. Мы отправили ордера, хотя не успели немножко. Сколько мы зашли? 12...
80, да. Давайте попытаемся до нас 82 выйти. Я поставил руками. Оба вышли. На этом закончили с этой акцией. Плюс $32. Основную прибыль дала как раз именно Vivos. Да? То есть, смотрите, все то же самое, если бы я делал там, грубо говоря, тупо руками, не помогал ей руками, да, а делал это руками. Ну вот, ну черта с два бы я сейчас был в прибыли, да. Я бы тут переживал бы всю дорогу, там как шу, а как там, а как сям она себя поведет, да. Здесь все чистенько. Причем мы ни разу не зашли и не вышли по маркету. Вот в чем прикол, да? Еще один плюс. Свой максимум она не пробивает сейчас, поэтому она у нас не появляется в брейкаутах наверх. По стратегии сейчас работают две акции Арна и RVBD, которые... News. VVUF. Так. Какие-то новости выходят, вот нам программа говорит. И смотрите, мы сейчас приближаемся к накиушке, к минимуму уже. То есть уже у нас цельный тренд на минуте, на 3 минутах, на 5 минутах. Да? Давайте посмотрим вообще, что у нас происходит с ETF-ами. ETF-ы пока в порядке, с единственным исключением, что растет TNA. Это бондовый фонд. Да? Растут бонды, соответственно... Small cap direction, small cap bull. А нет. А, это TNA. Не-не-не, все в порядке. Все в порядке. Все наверх, все хорошо. Я стил тебе перепутал. Ну, в принципе, меньше 20 минут мы записываем это видео. На маленьких стаках, там, $30 каких-то стратегия заработала.